Эй, привет всем, добро пожаловать в виртуальную реальность. Меня зовут Дэн, и у меня порция свежака с Battlefield 4. Схватка команд, погнали. Думал я над тем, что... Какой же все-таки режим был бы прикольный. Знаете, как-то зашел в игру и... Блин, более или менее начало получаться, я поэтому решил все-таки не трогать мозг. Плыть по течению. Раз уж пошел этот режим, то можно будет позаписывать что-нибудь. Схватка команд он называется. Ну, что-то типа командного боя, короче. Стенка на стенку. Вроде тут прижимаем, а, блин, такое ощущение, что вылезти-то невозможно. До определенного так момента. Тут, по-моему, в хлам защемить вообще на респе невозможно. Как-то этот момент продуман, что ли, здесь? Блин, чуть не завалили. Да, конечно, нормально. Ой, сзади. Сам стрелок, по-моему, там в шоке. Да-да, Battlefield тоже выдает такие шутеечки иногда. Прикольно, потренироваться как раз-таки самое оно. По-моему, сзади там кто-то стрелял. И спереди. А, вон он. Вкусно в голову убило. И вот они сзади. Нет. Да, блядь, не лагай. Фак. Battlefield тоже лагает, короче. Но это, скорее всего, либо из-за моего интернета. Топового. В кавычках. По спине нельзя стрелять. В спину вообще запрещено стрелять. А вот в бок нормально. Либо из-за интернета у меня такие лаги какие-то постоянно, либо у меня просто компьютер, наверное, на грани своих возможностей выдает максимум, что он может выдать. Хотя настройки я не задирал, ну, как бы, понимаю, что компьютер-то у меня не топ. Да, хорошо. Держи гранату. И все-таки подвисает у меня, нет-нет, подлагивает. О, блядь, провалами какими-то. Вас убил мальчик-корова. Червяк. Еще и лагающий. Я один тут такой красавчик. Так вот. Бывают такие моменты, но это не критично, так что играть можно. И иногда даже получается. Само то, схватка команд, самый нужный режим, самый тот, который нужен для какой-то, ну, тренировки, что ли. Даже не тренировки, а, знаете, так чисто привыкнуть к игре, привыкнуть к стрельбе, к разлету, к механике и так далее, как все это происходит в каждом же шутере. По-своему все-таки... А, блин, слева. А, черт возьми. Опа. Пригнал ко мне. Это еще и не я убил, да? Ну, вообще. О, снайперки тут. Устроили вам еще тут пледа. И корзинки не хватает. Другого выбора нет. За ВДВ! О, так тоже можно делать? Охренеть. Получается, в общем... Не всегда, но чаще всего все-таки я сливаюсь покамест. Но иногда бывает, что удается все-таки показать кое-что. И это приятно. Чем лучше счет, естественно, тем интереснее играть в саму игру, правильно же? С техникой у меня не особо получается, поэтому я вот в таком немножко режиме решил пострелять. Выбрал именно без техники. И прикольно для разнообразия это. Ну давай еще одного и... Я уйду отсюда. Да, все, понял, понял, ухожу. Что это за херня? Вот я не понимаю вот этого. Что это такое?
система наведения, или что это, система обнаружения какая-то, или противовоздушная какая-то херня. Откуда она вообще взялась? Видимо, я взял ее от у кого-то. Или что? Ну отстань от меня, ну отвали. Может, нам под открытым небом надо? Да ну тебя в баню. Лучше с бомжанутого валика постреляю. Ого. Нифига, он, наверное, накоцанный там был. Не, я попал, не спорю, но... Так быстро умер. Так что, делаю потихонечку выводы. Потихонечку осваиваюсь в игре таким образом, на своих шишках. По своим болячкам. Блин, заканчиваем уже. Где враги? А, вот он. Красота. О, ну испугаться нечестно. Кто ж так делает-то? Не по скиллу. Вот это я понимаю, вот это подбодрил, нам в Warface такого не хватает, наверное. Мой интернет или мой роутер, я не знаю, в чем проблема, но выяснять я сейчас не особо хочу, потому что сейчас... Не в онлайн я редко играю, редко появляюсь. Блин, где-то здесь снайпер, а вот... А где тут сидеть-то? Только вон там есть. Угадал. Ого. Я сейчас немножко занят другими вещами, другим каналом. И поэтому... Онлайн, интернет особо меня пока не тревожит. Пока стабильность интернета особо меня не интересует, так что... Как что? Как-то так. Играем как можем. Как получается. Да ладно, не попал что ли? О, я по-моему завис. Я завис опять. Сколько можно, блядь, что тут, что там, что везде. Тишина и мрак заполнили это место. Давай, давай, пятерых, и все, огонь будет. А можно я этих пятерых вальну, а? Очень хочется. Один? Троих, значит, одного кто-то забрал. А я знаю, где они, знаю стопроцентно. Здрасте. Один. И последний. Нет, нет. Гроза победоносец. Ладно, ладно, шучу, не подумайте ничего плохого. Просто так получилось, что последнего игрока убил именно я в этой схватке команд. А на этом у меня все. Как видите, потихонечку растем в Battlefield. Уж, может быть, и очень медленно, но зато с большим удовольствием. Смакуем. Так что играйте Battlefield, игра огонь. Всем счастливо, всем до свидания.